Всем привет, друзья, с вами Илюха. Недавно мы с друзьями в составе сквада из 4 человек поиграли в Heroes and Generals. Играли мы за солдатов-пехотинцев из СССР и одновременно должны были защищать точку от нашествия немецкой и американской стороны. Нашим главным девизом в этой катке было слабоумие и отвага, и в результате чего мы, естественно, конечно же, победили. Показываю вам самые интересные фрагменты с этого стрима. Поехали. Что там делать? Ухо, блин, лопатное ухо. Да сейчас отобьем. Вязать, черт? Да не, да не надо. Конечно, он тебя чуть не убил, этот парень. Да я понял. Даже назад не смотрит. Да не надо. Я Илюша, я люблю капусту. Блин, я один тут против четверых, ну как? Да. На парневичке. Убил. Ломайте ее, короче, херню эту. За три он там выше, если в гору. Там по... Кто со мной? Как ломать ханамак? Надо на я уже ломаю. А, ломаешь? Я ломаю. Давай я прикрою тебя. Поехали. Сзади. Вижу. Поехали. Опять тебя лечи. Ну, ё-ма, ну ты пьяный какой-то. Я не знаю, сегодня какой-то. Давай, я. Всё, готово. Поехали. Я взломал его, кажется. Да, поехали. Нет, я не взломал. Нет, он выбежал раньше, блин. Блин. Там, надо 6 секунд. Здесь уже 6 рун. Ломай, я правую сторону. Чекаю. Я не понял. Потому что у меня тут с левой стороны уже идут. Я понял. Ой-ой-ой. Встретили меня тут красиво в двери. Илюха, ты такая приколюха. А что вы там делаете, мне интересно? Воюем с немцами. Минус ну делаем. Понятно. А точки-то... Смысл там этого воинства? Вы тут ни одну, ни другую точку не берете. Там в домике один раненый. Да, да, да. Не вижу его здесь, где он. Блин. Он позади тебя, Илюха. Фу, блин. Все по мне прям расстрелялись. И Илюха, и Сереж. Нехуй, куда вот он смылся? Ханамак, давайте сломаем и поехали. Давайте. Пусть мне на этот раз. Давай. Зачем он далеко ехать? Я вот точка прям рядом. Я зад прикрываю. Зады. С позаду. А раньше пулемет сзади не стоял, да, у этого ханамага? Раньше не было, только впереди вроде было все. В жизни его там тоже не было. Поехали. Сел. Где? Куда вы поехали? Я за... Опять-таки... Я за пулеметом. Быстрее, дядь. Быстрее, за пулеметом. Я за задним. Давай. Прям в дом заезжать или как? Или рядом прошу чистый, он падает. В дом заезжай, я понял. Ребят, танцовочки будем заезжать, имейте в виду. Вот я скажу, когда прыгаете. Вот сейчас. И в дом куда-нибудь. Да, блядь, заебали те снайпера. У нас точку забирает. Точку забирает. Успеем мы раньше ее забрать. Успеем. Если все нормально будет, то успеем мы раньше ее забрать. 3-1. 3-1 нормально. Все, забрали. Ну что-то, кстати, точки не потеряли и не проиграли. А там циклист проехал. Вот этот, водитель. Какой? Убил. Со школы ремонта? Со школы ремонта приехал, что кто-то? Вон еще и... А, блин, сзади. Убил. Сзади! Нахуй, где? Короче, сзади. И все. Фашисты, значит, они пришли с северо-запада. Они сейчас горы спускаются. Одного фашиста убил. Он сказал, что не будет пельмешки наши покупать. Понравилось. Второго фашиста убил, но там еще фашист появился. Пельмени будут. Сколько тут фашистов? Еще. Будет, нет. Еще фашиста убил. Как в Сталинграде! Там еще один. Нет, здесь где-то бегает чувак. Я не пойму, как он, короче, это.
У него есть патрон. Там еще один. Смотри, союзник бегает, короче, да? Меня тип убил, союзник живой. Как такое возможно? Илюх, следующий вот этот, где вагоны стоят. У тебя в доме. Там немцы. Да пошли, что мы тут делаем? Отлично! Завали. Отлично! В ханамах, стоит. Прям в ангаре. Как 44. Да, сзади, сзади. У них тут точка респа, понял? Да, я знаю. Люба, красавец, как в 45-м, знаешь, штурмоотряд, блин, с папуша. Ханамак. Дома жирнее чистили. Ханамак. А, наш. Подойди, ломай его. Да не, нафиг. О! Где он, этот ублюдок? С трофейным ПП. Был. Убил? Убил, нет? Да. Убил. Это все вот здесь надо. Один здесь. Бежит, это. Где мы там вирус это взламывали, ханамах? Где танки? Убил. Вот. Меня тут толпы убили. Да я вижу, я вижу. У него подушка, по-моему, была. Блин, а зачем я здесь резнулся? Я думал, был должен, где Илюха резнуться был. Это прикрой, я пойду на точку. На мне немцы. А, вот справа, На мне, немцы. Убил. Подожди, я тебе лечу. Да не у надо. У меня очень быстро. Тут вирус много. Прячься, у меня быстрая вязалка. Все, давай. Готово. Убил. Тебя можно вязать. У меня два высших образования по медицине, я быстро вяжу. Прикройте вируса, он быстро бежит. Боже мой, меня пульт. Второй этаж, снайпер. Второй этаж, снайпер. Здание, где ты сидел, вирус. Он там бегает. Американцы точку захватывают. Вижу. Да там эти, и те, и другие. Сейчас колу будут продавать. Хорошо, скорей, блин, отбейте точку. Сейчас. А иначе там нашу шурму снесут. Да не еще дойти, ведь надо, меня убили. Меня подвяжите. Быстрее на точку, а то сейчас снесут ларек с шурмой. У меня мало хп. Там справа еще. Как вы так далеко? А, ну вы на. Потому что там точки можно резать. Да. Медведь, бросай их здесь, пошли с той стороны заходить. Да ё-моё. Куда стреляешь? Побежал Илюха. Слева еще уже американцы. Илюха, сиди, не шевелись. Слева обходят меня амеры. Сейчас тебе подмогу, подожди. С двух сторон. Я вот прижал. Вижу, где-то стреляет, не вижу, где. А вот здесь где-то, вот там, вот эти кусты. Все, вижу. Илюха! А, да. Илюха уже. Второй этаж, снайпер. Не знаю, блин. Ранил его. Он бегает по комнате, как потерпевший. Я вижу. Серега, что там? Суетится. Что там твой, который был? Слева. Не знаю, нет его здесь. Он ушел. Понял. Илюхи стреляют, светки, стрелки. Смотри, еще. Откуда? Вот я стреляю. Вон я вижу. Блин, ранил меня. Увидели? Подсветка справа, ханамах обходит. И пехота справа, пехота. Я не стреляю по поясникам. Нам в тыл обходит. У меня 4 патрона осталось. Держать строй. Ух ты. Блин, я видел, тебя снайпер снял. В упор? Откуда снайпер стреляет? Оказывается, что по мне стреляет, а потом я умираю. Задержка. Этот пинг неадекватно показывается. То есть я слышал стрельба, а по мне он тут прилетает тоже. Так, вирус, ты здесь? Где-то здесь. У нас возле базы справа, рядом немец. Ау, чё? Где стрелять, не пойму. Да вон, я смотрю проход, вот у меня видно, вот должен. А, понял. А там бегают вот эти вагоны. Я понял. Он так, если я присяду тебе. А, блин, не видно. Да не, он убежал куда-то влево, он, наверное, дома бегает с левой стороны. Хорошо. А что такое? Блин, здесь, не знаю. Блин, их слишком много.
просто, бросьте. Просто капец как происходит. Держите. Это ангар танк обстреливает, капец. 58 у нас этих. Илюха 2.35 не стрелял 14 раз. Так я-то с винтовкой бегал. И с винтовкой я тоже. Че, готовы, не готовы? Сейчас. Не, ну нормально.